день, друзья! Сегодня я приготовлю пышный омлет с колбасой и укропом. Что мне для этого потребуется? Яйца 6 штук, молоко 300 мл, колбаса вареная 80 граммов и соль 5 граммов. Омлет мой готов, выглядит просто потрясающе, посмотрите, вот он такой, очень пышный, но он сейчас немножечко осядет, очень красивый. Вот такой замечательный у меня получился сегодня омлет, так что сейчас мы будем кушать, и я желаю всем приятного аппетита, кто в это время кушает. И желаю приготовить такой же омлет. Делается это несложно, быстро, просто и очень вкусно. Если было вам полезно и понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите пожелания и комментарии. И не забудьте включить колокольчик. Всем всего хорошего и до новых встреч!